Франция решили там, и, ну, Макрон решил, и уже давно решили, что поддержат армянские позиции. Поэтому Франция не может помогать этому конфликту. И они приняли свои стороны, приняли армянские страны. Ну почему? Потому что у нас большая там армянская диаспора во Франции. Это ничего не важно. Сейчас потребительство французских товаров даже незначительное, поэтому вот, не очень важно. Весь Азербайджан французский торгует очень слабо. Поэтому это более символически. Это значит, что Франция в этом конфликте не, вес никакой нет. И что сейчас, понимаете, что конфликт между Азербайджаном и Арменией, это был момент, когда Макрон, например, обвинил, это были в Праге, что Россия использует этот конфликт, чтобы дестабилизировать Кавказ. Он такой идиотизм, он сказал. И он сидит, показал, это было пару месяцев назад в Праге, показал, как тип, я буду найти решение между Азербайджаном и Арменией. А результат, что Алиев больше не хочет решить Макрон. И отказает идти в переговоры, если есть, если участвует Макрон или представитель Макрона.